1958 году все женщины мечтают об одном. Быть секретаршей – это современно. Заводишь знакомства, ездишь по миру – это серьезная работа. Со мной вы поездите только по Лизию. Агентство HR, сын, слушаю. Как она тебе? Она работает всего третий день. Я ничего не умею, только печатать на машинке. Это минимальное требование для секретарши. Я сильно сомневаюсь, что со мной у вас есть будущее. Разве только вы согласитесь на одну небольшую затею? Вы считаете меня так легко заманить в постель? Вот куда я вас хочу заманить. Участие в конкурсе? Не просто участие, а победа. Я ваш тренер, я оплачу все расходы. Быстрее, поселитесь у меня. Прямо как в унесенных ветром. Куда мне еще уроки музыки давать? Ты ей нравишься, Луи? И она тебе нравится. Пускай думает только о чемпионате. Это очень необычная история. Она сама не осознает своего дара. Я весь мир положу к ее ногам. Думаете, вы хозяин положения? Когда же ты поймешь, что он не возьмет трубку? Отказаться от тебя мог только идиот. Она думает, что я ее использую. Я же все это делаю ради нее. «Любовь на кончиках пальцев». Фильм режиссера Руансара. Вы серьезно считаете, что машина писит о спорте?